Всем привет, дорогие друзья! Недавно мне в руки попалась вот такая вот очень интересная головоломка, а именно вот такой вот кубик Рубика. Он реально необычный, и сейчас вы все увидите. И перед тем, как его распаковать, я хотел бы рассмотреть со всех сторон коробку, как мы это всегда делаем на моих обзорах. Вдруг тут есть какие-то мелочи, на которые стоит обратить внимание. Итак, первое, что я вижу, картинка. Рисунок этого банана. И этот кубик от фирмы iBlock Create Play. И первое, на что я обратил внимание, это надпись «Банан куб». Очень сложно представить кубик Рубика в форме банана. Ну, банан — это банан, куб — это куб. Писали бы хотя бы кубик Рубика банан, а не просто банан куб. Снизу коробки мы видим вот такой вот текст. Тут, я думаю, ничего интересного нету. Ребята, кстати, вспомните фирму iBlock, когда я делал обзор на кубик Рубика из Лего. Кстати, очень необычная фирма. Если вы хотите посмотреть видео с обзором кубика Рубика из Лего, то подсказка выскочит справа вверху. Ну и все, коробочку мы рассмотрели, и сейчас, я думаю, уже стоит его распаковать. Итак, ребят, из коробки у меня выскочило всего лишь два предмета. Это сам кубик Рубик, что было очень ожидаемо. И бумажка, скорее всего, для него инструкция. Кстати, она на украинском языке, и я думаю, головоломка очень легкая, и мне не придется решать его с помощью инструкции. Тут написано вот крок 1, повернутый хвостик банана, потом крок 2, маленький кут на верхнем ушаре, повернутый до пласту. Я не знаю, скорее всего, не буду читать эту инструкцию. Думаю, сам его смогу решить. Я уже решал достаточно много головоломок. И если вам интересно посмотреть еще видео про мои кубики Рубика или про то, как я их решаю, то подсказка тоже выскочит на плейлист справа вверху. Итак, дальше перейдем к обзору самого банана. Кубик реально похож на банан. И сейчас я хотел бы посмотреть, как он крутится. Так, здесь есть три слоя. Неважно, как его держать, вот так вот или вот так вот. Все равно количество слоев не меняется. Вот это вот первый слой. Это второй слой. Это третий слой. Все они крутятся на 360 градусов. Если мы будем, например, вот такие вот движения делать. Это, например, если перевести его на язык вращения кубика 3 на 3, это R. Если мы его повернем R, то дальше мы никак не сможем его крутить. Поэтому мы поворачиваем R2. И дальше мы можем его разбирать, собирать, как хотим. В основе этого кубика лежит кубоид 2 на 2 на 3. Крутится он примерно так же, как и Square 1. И сейчас я хочу вообще его разобрать, протестировать на нем свои мозги. И давайте я побыстрее его сейчас разберу. Итак, размешивать я его буду для начала вот так вот. Потом вы уже дальше все увидите. Итак, ребят, я его разобрал, и что я буду делать первое, это, наверное, то, что было в инструкции, это сделать хвостик банана. Не знаю, почему я все-таки слушаю эту инструкцию, но мне чего-то кажется, что так будет правильней. Так. Это было очень легко. Так, сначала я, конечно же, наверное, сложу второй слой. И оно сюда отлично подходит. Хотя нет, не отлично. Вот так вот будет легче. Вот так вот отлично будет. Так, что дальше? Дальше, я думаю, стоит сложить вот эти вот две половинки. А так дальше, я думаю, будет легче. Так, погнали, попробуем. Так, две половинки мы это сложили, а как остальные, я не знаю. Итак, ребят, что я вижу? У меня таки не получается собрать кубик. И сейчас я его попробую размешать и собрать тем способом, которым хотел я. Так, первым мы сложим этот слой средний. И дальше просто будем перемещать элементы в нижний слой, а потом на верхнем слое. Я уже посмотрю, как это все делать.
Мы уже сложили почти весь банан, осталось только поменять вот эти вот элементы местами. Так, ребят, до вот такой вот ситуации я дошел, когда нужно развернуть 4 элемента. Главное сейчас здесь не ошибиться, потому что вряд ли я потом смогу дойти до этой ситуации. Так, давайте попробуем. Ребят, если вы не поняли, чего я делал все сначала, то дело в том, что я просто немного ошибся. Из-за этого пришлось перестраивать весь кубик. Ребят, несмотря на то, что кубик выглядит легким, он далеко не легкий, и чтобы его собрать, нужно достаточно много ума. Ладно, сейчас я его еще раз разберу. Так, ребят, сейчас я опять вышел на эту ситуацию. Если я сейчас ошибусь, то вряд ли у меня еще раз получится сюда дойти. Так, вот так вот. Чуть не забыл. И, ребят, последний ход. А, нет, ребят, не последний. Еще надо немного второй слой переставить, потому что здесь она немножко выступает. Так, здесь у нас остается переместить элементы. Вот так вот. И все, ребят, по сути, кубик собран. Я очень рад, что смог собрать такую головоломку. Ребят, вот прям странно. Я сколько раз собирал разные кубики, очень сложные. 4 на 4, 5 на 5. Вот очень сложные. Мегаминкс собирал, а вот такой вот обычный кубик, просто банан 2 на 2 на 3... Я собрать почему-то не смог с первого раза. Ну ничего, ребят. Думаю, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребят, обязательно буду стараться понять принцип этой головоломки. И обязательно буду в ней разбираться. Пробовать ее собирать на скорость. И, возможно, даже выпущу туториал по ее сборке. Главное, ребят, вы напишите комментарий «хочу туториал». И тогда, если на этом видео наберется 10 лайков... Я обязательно сделаю туториал. Ну что, ребят, всем пока.